Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Жизненные неурядицы, борьба с депрессией, роды – это причины, по которым молодая девушка Элвин начала стремительно полнеть. Вместо того, чтобы своевременно заняться собственной внешностью, она заедала свое недовольство. В результате с каждым днем ей все сложнее становилось смотреть на собственное отражение. К счастью, Элвин смогла разорвать порочный круг. Отчасти ей в этом помог экс-супруг, который регулярно оскорблял девушку, называя ее толстой и некрасивой. Сейчас Элвин с ужасом вспоминает прошлое. Когда-то она была стройной, но в один момент на нее навалилось столько проблем, что она впала в депрессию. Забыться помогла только еда. Ежедневный рацион Элвин состоял из продуктов в общей сложности на 5000 килокалорий, а ведь это вдвое больше рекомендуемой нормы. После плотной трапезы настроение ненадолго улучшалось, но вскоре оно стремительно ухудшалось. Стоило девушке посмотреть на свое отражение в зеркале. В свои 32 года Элвин весила 112 килограммов. Однажды девушка пошла в магазин и поняла, что самые большие вещи ей малы. Элвин пришлось посетить бутик, специализирующийся на продаже изделий для полных женщин. В этот момент девушка поняла, что в жизни нужно что-то менять. Масло в огонь подливал муж. Элвин скорректировала свой рацион питания и отправилась в тренажерный зал. Следующим ее шагом стало расставание с мужем. Через несколько месяцев Элвин стала стройной и свободной девушкой. Экс-супруг был ошарашен ее преображением, но воссоединяться она с ним вновь не собиралась. Элвин признается, что борьба с лишним весом была трудной. Тем не менее, девушка в этой битве выиграла. В настоящее время она живет с заботливым, любящим мужчиной, который делает ей исключительно комплименты. Элвин говорит, что сейчас в ее доме царит гармония, и именно она является лучшей мотивацией к самосовершенствованию. А важна ли фигура девушки для тебя? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.